Аналитические сводки, спешные шаги ведущего, команда «Мотор», прямой эфир – это далеко не весь процесс производства новостей на телеканале «Хабар-24». Сейчас мы покажем вам закулисье самых оперативных новостей Казахстана. Ежедневные новости – итоговый продукт бурлящего водоворота событий. Телезритель может только догадываться о том, насколько сложный и непрерывный это процесс. Ведущая новостей круглосуточного информационного телеканала «Хабар-24» Лаура Жакупова рассказывает о буднях людей в кадре. Ритм, конечно, такой, что ты не успеваешь вовремя и перекусить, и заняться какими-то уж своими личными делами точно не получается, потому что новости идут конвейерно, новости поступают каждую минуту, каждые полчаса, их нужно успеть обработать вместе с редактором, просмотреть, изучить, что-то отредактировать, естественно, что-то перепроверить и прийти сюда по возможности абсолютно подготовленным. Новости на казахском и русском языках обновляются на телеканале каждые полчаса. По словам Лауры, часто бывают ситуации, когда информация с места событий поступает прямиком в студию, минуя этап обработки. Здесь очень важно не растеряться перед камерой и донести материал достоверно и понятно. Во всех остальных случаях процесс стандартный, но весьма ответственный. Ведь каждый сюжет – это результат кропотливого труда, говорит журналист Елена Шрайбер. Уже на будущее, на месте съемок, мы должны думать о том, каким будет наш материал, знать, о чем мы хотим сообщить зрителям. И по приезду мы тут же садимся за компьютер, начинаем писать. В тексте у нас приоритет отдается новости. То есть самое важное, мы не углубляемся в аналитику. Главное, первыми сообщить о случившемся. Работа корреспондента невозможна без оператора и телекамеры. Если журналист отвечает за текстовую трактовку, то поставщик картинки должен снять исчерпывающий видеоматериал. Вот и Ануар Тауикелов делает свое дело обдуманно и четко. Он знает, от его усилий зависит качество картинки. После того, как съемочная команда отработала на месте событий, журналист принимается за творческую работу. Далее его текст проверяет редактор, и он попадает на стол к видеоинженеру. И он уже выстраивает визуальную композицию. Мы должны, допустим, рассказать про каких-то героев, какой-то герой в сюжете может быть, конкретная личность. Должны показать атмосферу, что происходит в сюжете, передать все это через видео, склейки, чтобы человек мог понять даже без слов, о чем мы хотим донести в своем сюжете. Главная задача специалиста по монтажу – показать события, описанные журналистом так, чтобы человек по ту сторону экрана почувствовал себя очевидцем на расстоянии. После того, как сюжет готов, видеоинженер отправляет его в режиссерскую аппаратную. В кадре. По словам мастера режима On Air, каждый ведущий должен держаться уверенно и быть искренним. Я считаю, что человек, сидящий в кадре, вообще это новость или программа, это даже может быть развлекательное какое-то ток-шоу, человек должен быть в теме, он должен уметь что-то написать для себя, и он не должен говорить то, что ему слово в слово пишет редактор, потому что зритель, он умнейший человек, сидит по ту сторону камеры, и это абсолютный рентген, который поймет и прочитает по глазам. Профессионалы признаются, новости – это командный проект. И каждый участник этого увлекательного процесса вкладывает всю душу в любимое дело, чтобы телезритель самым первым узнал актуальную и интересную информацию из первых уст. Мируэр Жакиянова, Бахтияр Айтхожин, Жанакун, Астана.